серия ярких поединков в первом турнире нового бойцовского промоушена «Шлеменко Файтинг Чемпионшип». 9 схваток из 10 завершились досрочно, 5 нокаутами, 4 удушающими приемами. На арене хоккейной академии «Авангард» соперничали 10 бойцов, представляющих команду «Шторм» Шлеменко Файт Тим и школу «Шторм», и сильнейшие спортсмены из других регионов России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Камеруна. Мич Александр Подмарев выиграл главный бой вечера за минуту и 23 секунды. Атака, резкий удар снизу, апперкот, победа. Боец из Кыргызстана Айбек Раймберди отказался от продолжения поединка. Поддержка зала была просто колоссальная, я прям слышал все эти крики. И что касаемо турнира, это первый турнир, и я рад возглавлять его. Это была большая ответственность, и все, в принципе, прошло хорошо. Я постараюсь помогать, сделать так, чтобы этот турнир постоянно рос и набирал обороты. Еще две красивые победы омских бойцов. Александр Осетров в середине первого раунда мощным хайкиком над рукой соперника отправил нокаут бойца из Кыргызстана Рустамбека Нуржанова. Шел по плану своего боя. То есть я его раздергивал, менял этажи, выдергивал на себя моментами. Начинал уже включаться потихоньку. И вот подошел момент, что я вижу, что я его прикормил ногами. И просто кидаю ногу в голову и попал удачно. Алексей Шуркевич в соглавном поединке турнира на второй минуте отправил на канвас уроженца Камеруна Жака Верона. Захватил инициативу в партере, провел добивание. Награды чемпионам вручили почетные гости турнира. Это как раз совершенно новый уровень. Да, смешанных единоборств. Это своя бойцовская лига, это уже свои турниры. И наши бойцы, которые сегодня представлены на всех мировых спортивных площадках, будут бороться здесь. И мы будем сюда привозить гостей, то есть высокого уровня. Это очень важно. Мы выходим благодаря вот этому новому подходу, выходим новому проекту. Да? Мы выходим на совершенно иной уровень с точки зрения продвижения и популяризации смешанных единоборств. Омская область очень спортивный регион, большие традиции, много известных спортсменов, олимпийских чемпионов. Люди занимаются спортом. Вот сегодня был прекрасный цветочный забег. Мы днем открывали вместе с Александром Леонидовичем. Губернатор очень спортивный, поэтому хорошее будущее, хорошие перспективы. Нужно заниматься спортом. Спорт – норма жизни. Александр Шлеменко поблагодарил всех, кто помог реализовать его идею. Создание лиги «Шлеменко Файтинг Чемпионшип» поддержало правительство Омской области и компания «Газпромнефть». Все, кто поддерживает, все здесь с нами стоят. Поэтому, ну и также я хочу сказать, что без команды это тяжело сделать. Самое главное – это люди. Благодаря Шлеменко наша школа каждый год что-то придумывает. Вот раньше начали делать детские площадки в Омске. Сейчас проводят детские и юношеские турниры. Вот Александр опять придумал с единомышленниками, создал свой турнир для взрослых. Все развивается. Сегодня сообщил, что филиал открылся в Абакане, о чем я не знал, но я был рад. Успех бойцов из филиалов школы «Шторм». Сегодня известный спортивный проект успешно развивается сразу в нескольких российских регионах. 3 награды завоевали штормовцы из Новосибирска. Эльдар Долозин и Михаил Дорошенко одержали победы техническими нокаутами. Юлия Островерхова выиграла свою схватку удушающим приемом. Сейчас девушки выходят на тот же уровень, то есть такие же высокие,
высокой квалификации выходят бойцы, и это намного интереснее смотреть, и я думаю, мнение у окружающих меняется о женских боях. Плодотворная работа идет, работаем друг другу, помогаем. Омск с Новосибирском довольно-таки тесно дружит, и к нам ребята приезжают на сборы, и мы к ним приезжаем, тренируемся, обмениваемся опытом. В результате бойцы команды «Шторм», «Шлеменко Файт Тим» и «Школы Шторм» выиграли 8 поединков. Еще две награды турнира завоевали Тамерлан Кабулов из Владикавказа и Маматазим Улу Рамазан из Кыргызстана.